Елена Елина живет на улице Старозагора около 20 лет. Говорит, когда-то здесь был красивый прогулочный бульвар, который со временем пришел в негодность, как и дорога, расположенная поблизости. Ее часто латали и перекладывали в верхние слои асфальта. Улица требовала полноценного комплексного ремонта. Такая возможность появилась благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В прошлом году привели в порядок участок от Советской армии до Воронежской, в этом году до Ташкентской. Заменили асфальт на площади 75 тысяч квадратных метров, отремонтировали тротуары, в местах массового притяжения людей обустроили порядка 9 тысяч квадратных метров плитки. Привели в порядок и газоны, позаботились о безопасности, заменили дорожные знаки, установили более 6 километров перил. Все изменения согласовывались с ГИБДД и представителями профильного департамента Самары. Благоустройство жителей радует. Вот сейчас хорошая погода, я с большим удовольствием иду по улице Старозагора, даже до проспекта Кирова, чтобы вообще пройтись пешком. Отремонтировали хорошо, дороги сделали хорошие, особенно хорошо, что сделали вот эти заграждения, что ни машины теперь не могут заехать, ни люди не могут перебегать. Я вообще-то сама работаю в школе и учу детей соблюдать правила дорожного движения. Сама их соблюдаю. Автомобильную загруженность улицы Старозагора учли. В проект внесли дополнительные заезды для общественного транспорта, расширение проезжей части, все обустраивалось с учетом инженерных коммуникаций, прибавилось и число парковок. На всех этапах благоустройства велся строгий контроль представителями общественности, профильными департаментами и кураторами муниципального бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство». Все работы выполнены в срок. Подрядчик по контракту жизненного цикла обязан всесезонно содержать дорогу и следить за ее состоянием на протяжении 3 лет. На финальном этапе приема благоустроенной улицы выявлены незначительные недочеты. Подрядчик их устранил за свой счет. При приемке работ, при выполнении работ возникают какие-то нюансы. При укладке асфальтобетонной смеси, при укладке плиточного покрытия, в том числе для слабовидящих. На этапе финальной приемки были определенные шероховатости при выполнении работ. Сейчас подрядная организация проинформировал заказчика об устранении имеющихся замечаний. В среднем на устранение каждого недочета дается от 3 дней. Для приемки используется 3-метровая рейка для проверки ровности покрытия, также курвиметр и металлические рулетки с использованием также лазерных приборов для точности измерений. Все замечания у нас устраняются в кратчайшие сроки, потому что это влияет также на приемку. Это буквально прям мелочные замечания какие-то, которые не кардинальны, но все же для качества выполнения работ обязаны быть устранены и для общего эстетического вида. Финальный этап приема благоустройства улицы Старозагора завершится до конца текущей недели. Елена Малютина, Григорий Плешаков. События.